А здесь на температуре их даже наплавило, да, на это? Не, она пробила. Пробила. Как полилась от тебя. Что зрителям сказать? Шлифовали жестко, бля. Нихуя сняли. Смотри, это не первый раз уже, бля. Да. А рубашка тоненькая осталась, а? В общем, ради интереса разобрались с ребятами мотор, который он оставил в предыдущей серии. Здесь прям дырка в головке блоков. То есть то ли цилиндр развалился, то ли... Ну, от цилиндра прям нет куска. Он отлетел, видимо, в камеру и разбомбил четвертый цилиндр. Причем в первом цилиндре тоже есть такие же отметки. То есть либо его засосало и в первый цилиндр он здесь поработал, либо это уже было. Ну, в общем, мотор не желез, дырка здесь конкретная, вот она прям. То есть сюда мизинец вполне влезает. Да, удивительное дело. Ну, видно, да, что очень сильно сточено все. То есть это спортивный мотор, который, видимо, был рассчитан на одну-две гонки и все. А сифонило причем у нас вот из этого. То есть здесь у нас даже свечка не до конца вкручена. То есть здесь видно, что клапан, здесь на клапане нагар, здесь на клапан чистый. То есть вот здесь был антифриз, вот в этом цилиндре, отсюда он летел. Ну ладно, мы с ним прощаемся, мы посмотрели, вам показали. Спасибо, Потапу. Итак, друзья, в этом выпуске нас очередной раз поддерживает магазин 4x4 Max, который предоставил нам на нашу буханочку комплект главных фар с понижающим передачным числом. Здесь уже будет 5.14, мы готовимся на серьезное бездорожье, у нас все будет по-взрослому. Также завтра ребят нам привезут блокировку в задний мост и комплект тормозов, ну, потому что как бы машина ни ехала, буханка, сволочь, тормозит отвратительно. Я думаю, что комплект дисковых тормозов нам тоже поможет. И уже на машину сейчас установлен шноркель, также 4x4 Max. Они уже третий выпуск поддерживают наш проект запчастями, тюнячкой всякой. Поэтому я традиционно оставляю ссылку в описании на ребят. У них сейчас проходит акция скидочная на силовые бампера, на эти, господи, как они называются, багажники на крышу, железо. Ну, на, короче, на всякие железки от 15 до 25% перед Новым годом можете себя порадовать. А мы приступаем, наверное, уже к установке вот этого всего добра на нашу буханочку. И буханка будет тюненной, суровой. Все, погнали. Одной из больших проблем нашей буханки, да и вообще, в принципе, всех буханок, являются, конечно, тормоза. Тормоза на машине очень слабые, неэффективные, поэтому очень, кстати, от ребят из 4x4 Max нам приехали тормозные диски передние с суппортами. Давайте посмотрим такой легкий анбоксинг, что здесь в упаковке. Так, ну, колодочки, инструкция по установке. В инструкции очень забавный есть момент, написано: при необходимости снять напильника в 1-2 мм. Но это буханочная тема, да. Здесь, я так понимаю, сами диски, пыльники, суппорта. О! Ну вот это уже, конечно, по красоте. Наконец-то буханочка будет тормозить. Шланги тормозные, какие-то проставочки для установки. Это я не знаю что. Комплект болтов. Ну то есть комплект, короче, полный под наши 33 колеса. Ребят узнавали наши размеры, и под наши 33 колеса, под 15 диски, под наши должны встать. И будет, ребята, машина наконец-то тормозить. Аллилуйя! Ну что, ребят, нашим шрусам пришел конец. Поэтому мы попадаем здесь как минимум еще на 8-10 тысяч с заменой. Но будем сразу менять, потому что
Ну, потому что надо сделать так, чтобы все это работало. Мосты у нас, считай, передние, считай, новые внутри весь. Шузы будут новые. Ну, в общем, нормально купили машину, как обычно, все, все хорошо. И главное, сэкономили на покупке машины, а дальше уже, в общем-то, не столь важно, правда? Не пофигу, что можно было купить на эти же, там, типа, 100 тысяч. Больше, более просто новую машину. Ну, ладно. Помимо всего прочего, мы хотим усилить наш внедорожный потенциал, поэтому... Ой, опять ребята из 4x4 Max снова выручают и подогнали нам дифференциал, блокировочку, самоблок, который мы установим в задний мост. Его сейчас скоро уже как раз будут снимать. Вот так вот выглядит... Ух, ёпарас, это, слушай, тяжеленная какая штуковина! Вот она, блокировочка. То есть теперь, наконец-то, у нас... Машина станет еще проходимее. Вот эту главную деталь не потерять. То есть все в комплекте. Пожалуйста, берите и ставьте. По красоте вообще. А, просто почему не ставим в передний мост блокировку, объясню. Не хватает денег. Просто не хватает денег уже. В буханку за последнее время вложено очень много средств. Я надеюсь, что в этот раз, после того, как ее доделают и проверят, но машина уже будет на ходу, будет постоянно нас радовать, и мы сможем заняться уже... И мы сможем заняться уже, наконец-то, полноценным оффроудом без вот этих постоянных поломок. Короче, ребята, задних тормозов у нас не было, то есть они, по ходу дела, заржавели, закисли, и, как видно по тормозному нашему барабану прекрасному, он даже не полированный, то есть ржавчина как там была, так она и осталась, значит, задние барабаны у нас не работали. Ко всему прочему, в задний мост мы сейчас ставим блокировку, это самоблок, поэтому на бездорожье мы теперь будем просто грозой геликов, наконец-то. Тонну. Вот такой вот организм теперь у нас будет жить за задним мосту. Все обслуживаем, поменяли подшипники. Саша пришел. Да, в общем, в переднем мосту вчера поменяли шрусы, поэтому машина вообще как новая будет практически вся. Навье 2002 года. Ой, еще 2-3 дня и буханка снова поедет. В этот раз мы поедем сначала недалеко, проверим на испытательном полигончике ее, на таком маленьком. Если она не умрет, то можно уже будет ехать по-серьезному рубиться. Прокладка цела, походу. Прокладка цела. Да, смотри, как сточено. Смотри, он уже, здесь что-то уже внутри было. Какие-то куски летали, их оттуда вытащили. И после этого он еще какое-то время работал, мотор. Видишь, нагар сверху. Расследование нашего городка. На месте излома нагар. Да. То есть это говорит о том, что этого куска уже давно не было. Ты думаешь? Да, и оторвало, застучало, оторвало кусок кольца. Судя по тому, что здесь нагар. Так нагар может быть еще и потому, что будешь потом его заводить. Нет, нет. В таком количестве нет. Короче, этот мотор изначально был уже как бы непригоден к использованию. Прокладка, кстати, свежая. Ну, у меня такое ощущение, что вот это старое. Это старое, конечно. Это старое, и на поршне то же самое. Такое ощущение, как будто что-то отвалилось, то ли что-то уронили туда.
Это дело постучало, то ли вылетело, то ли вытащили, короче, да, и оставили так. А там нет куска поршня, и его даже здесь нигде внутри нету, понимаешь, да? Вы же открыли, вы ничего не вытряхивали? Соответственно, только кольцо валяется. А где кусок-то? Поршень. Был вот такой кусочек маленький, там, вот он такой вот. Ну, это кольца? Это кольца, да. Это все кольцо. Ну что, как и в прошлый раз, мы в мотор и во все наши агрегаты заливаем масло ЗИК. И в коробку, короче, и в мосты везде будем использовать масло ЗИК. Самое интересное, знаете, что мы масло сюда закупили для машины, притащили. И оказывается, ребята тоже для УАЗа в основном ЗИК используют. Хорошее масло уже, проверенное. И плюс для всяких трансмиссионных наших дел тоже присутствует вот такая большая упаковка, что удобно, 4 литра, не надо с маленькими фляжками заморачиваться. Ну и на доливочку, конечно, тоже возьмем, потому что черт его знает, куда нас судьба занесет на этой машине. Поэтому ЗИК у нас уже проверенный бренд, с которым работаем. Я думаю, что будем продолжать дальше работать, потому что ребята приятные и масло у них хорошее. Итак, друзья, что сегодня будет происходить? Сегодня буханка, на этот раз уже вся перебранная, с новыми шрусами, с блокировкой, с главными парами, с дисковыми тормозами, с перебранной коробкой, с настроенным мотором, со всеми пирогами, будет очередной раз сражаться за, ну, за победу вряд ли, но за выживание как минимум. Вот. А у нас сегодня с нами Саша из гаража 4х4 на своих 20-х, значит, колесах. У нас сегодня полюбившийся вам Соболь. У нас сегодня Pajero Sport, Hummer 3, новичок. Range Rover, ребята, вообще, короче, они всегда ездят Range Rover. Ну и какой-то этот мало кому известный недоблогер Александр Потапов на своем Геленвагене. В общем, впереди красивая лесная дорога, мы туда и отправимся. Буханка молодец, вообще нормально, да, протащил дорогу, продавил. Сейчас. Блин, что, блин, происходит вообще? Какая-то дичь. Блин. Прокладывает дорогу всей остальной колонне. Ой, как хорошо-то, господи! Давай, родненькая, давай! Давим! Давим! Ой! Детки, вообще! Вот за это я люблю буханку! Мне плевать было как красочное покрытие! О-о-о-о! Что это было? Ну, мы сейчас едем уже прям по такому довольно дикому снегу. Здесь даже колеи нет практически, только снегоход. Ну вот и пофигу, вот руль влево, а вот что-то... А нет, все равно вправо. Ну и ладно.
о чем я говорю. Моральная проходимость буханки. Это у вас анальная непроходимость. Оральная. У кого какая? А что все пешком идут? Вы на машинах приехали? Экскурсия по лесу. Проблема решена при помощи буханки. Блин, что такое-то? Буханка едет, едет везде? Буханка проламывает дорогу просто всем. Прокладывает путь. Вообще просто, она просто, короче, гребет. Ей просто все пофигу. Доволен ли я? Пожалуй. Вот что, блин, неудобно в съемках бездорожья. Постоянно приходится ходить просто туда-сюда. Нормально тут разворотились. О, хорош. Как оказалось, здесь тупик, дальше начинается дорога для квадроциклов, и сейчас все участники, кто задом, кто передом, ну мы там развернулись с Сашей на УАЗах, возвращаются на перекресточек для того, чтобы выбрать следующий путь. Ну, как видим, в принципе, все доползли, посидел Хаммер. Так, сейчас посмотрим, что Range Rover делает. Ну, у меня буханки вообще претензий нет, она просто тащит. Хорош! Хорош! Тем интереснее нам будет ехать. Актуальная ситуация. Мы с Александром из гаража 4х4 и нашими УАЗами почиваем блинчиками, круассанами и пьем водичку. В этот момент все остальные участники данного мероприятия в разной степени застряли или пытаются вытащить. Бургузин сегодня, Соболь сегодня разочаровал меня. Он все время садится на мост. Гелик пока не очень понятно, но думаю, что все равно он постоянно не мог сравниться. Буханка едет ровно туда, куда я хочу. Вообще не важно, есть дорога, нет дороги. Есть ветки, нет веток. Просто идеально. Ну, кроме того, что я сломал окно, остальное все, в общем, без изменений. Так что кушаем и ждем, пока все остальные приедут. Причем даже звуков не слышу. Да. Это при том, что мы все время продавливаем, пробиваем дорогу и двигаем деревья. Всем спасибо. Нормально там все у тебя. Смотри, здесь просто дерево, вот в чем фишка. Я просто заехал с защитой рулевых тяг на дерево. Ай, бодрячком, блин. Все в попу. Я сказал, буханка поедет туда. Куда я захочу? Бородатые езда!
Просто нужно ехать и все. В смысле ты не поедешь? То есть ты признаешь, что ты не поедешь? Да. Не, поедешь. А ладно, проехать. Да ну нахрен. Просто нужно ехать и все. Как вы сейчас видите сзади меня, Геленваген и его владелец немножко повредились. То есть они потеряли арку, расширитель и что-то еще. Они там что-то ищут сейчас в реке. И, в общем, буханка чуть дальше проехала на этот заезд, поэтому я считаю, что мы победили. Во-первых, вот. Во-вторых, сейчас наши покатушки окончены, и мы своим ходом отправляемся в гараж 4x4, где машина будет уже приводиться в финальный порядок, хотя с ней сегодня ничего не произошло. Ну, был классный день, на самом деле. Сначала солнечно, много снега, буханка нигде не застряла, кроме одного места, когда я уж ее прям совсем на пень загнал. Река, она была великолепная, продавили лед, буханка-ледокол, по-моему, это... лучшее, что мы сделали за все это время. Жалко, гелик проиграл, конечно, жалко. Жалковато. Ну что, ребята, самым главным завершением этого дня является то, что мы сами, впервые, наверное, за всю историю буханки, своим ходом возвращаемся в гараж 4x4 для того, чтобы чуть-чуть доделать некоторые огрехи, которые остались. Буханка сегодня просто вообще, она просто молодец. Она везде проехала. Она ломала ветки, она ездила по реке, она просто сугробы топтала. Я очень доволен тем, как работает блокировка, как работают наши новые главные пары, как все перебрано. Просто, ну, все, сегодня претензий к буханке нет. Саша Потапов, ну, он проиграл сегодня, значит, нам, конечно, на бездорожье. Ну, в некотором роде не было такого чистого, да, сравнения. Но он попросил рассказать про его видеорегистратор, который называется Silverstone. Гибрид Uno. Такой видеорегистратор с антирадаром, с радар-детектором, стоит у меня в Range Rover. Это очень удобная штука. Так как теперь у нас буханка ездит не на эвакуаторе, нам очень важно не нарушать скоростной режим, и в этом эта штуковина нам поможет. Действительно качественные, хорошие вещи. Ну и Саша Потапов наш старый друг, поэтому рекомендую по ссылочке в описании. Можно будет приобрести такой, либо кому-то на новогодний подарок. Мужичку своему или дружбану. Хорошая штука. Ну и не забывайте, конечно, что в этом выпуске действительно было много спонсоров, я признаю. Но это был очень дорогостоящий выпуск. Мы вложили в буханку больше 150 тысяч рублей. Если все посчитать, еще больше. Около 200 тысяч рублей. Поэтому не ругайтесь на нас сильно. Ссылки на всех спонсоров будут в описании. Я благодарю вас за то, что смотрели. В следующем выпуске уже мы... Извините, что я ору, это же буханка. В следующем выпуске мы уже займемся внешним видом буханки. Сделаем ее более красивой. Так что не забывайте подписываться на канал, поставьте лайк, если вам понравилось видео. А мы едем домой сами, своим ходом. Вася, я договорился, все нормально будет. Ну, а, все, целую вас, пока.